Друзья, всем привет! На данный момент занимаюсь двери закончил и занимаюсь окнами. Вот смотрите, здесь свиней нету в этом сарае, он новый. А сколько мух? Они летят на тепло, солнце нагревает металл и лезут на тепло. Сейчас думаю на данный момент понабивать четвертя на окна. Посмотреть, как оно все будет. Как оно примерно все выглядит. У меня дерево получается только снаружи будет, внутри пластиковое окно, и дерева там нету. Поэтому сгнивать внутри от конденсата, от сырости нечему. Ну, вроде бы нормально. Сейчас начнем. Я потом все герметиком, все щели доработаю, где там такая щель. Внутри поклею на четвертя стильные резинки. Так, тут что-то не то. Что-то не то. Не в курсе, потому что каждый день добавляются новые подписчики, больше сотни. Это окна, которые я покупал, двери с холодильника, с пивных холодильников двери, я не помню, или по 200, или по 300 гривен я их брал. Я их пару десятков взял, таких дверей с холодильников. И использую как окна. То есть выходит пластиковое окно, мне вышло 200 или 300 гривен. Вот таким образом получается окно. Все тут чики-пики. Проклею потом уплотнительные резинки снутри на четвертя. Вот так. Это у меня крепеж навесов снутри на болты. И все. Потом эту всю часть прокрашу хорошо пару раз. Первый раз впитает дерево, второй раз краска ляжет хорошо. И будет хорошее настоящее пластиковое окно за 3 копейки. Вуаля! Вовнутрь будут открываться. Повешу такие или цепочки, или тросики сделаю. Ну вот, примерно вот так. Но опять же, это окно у меня тут в кладовке. Поэтому тут буду смотреть, как будет лучше. Можно и полностью открывать. Вот как оно выглядит изнутри. Вот так я покрутил навесы. Потом поотпиливаю все тут, окультурю.
тоже их покрашу, металл этот. Повскрываю сам металл, чтоб не так ржавел. И получается, снаружи у меня нету дерева вообще нигде. Тут-то сделаю какие-то такие, типа задвижки две штуки закрывать. В этом районе и в этом районе. Пока время на гвоздь. Оп. Вот так. Вот так получается внутри сами четвертя. Дерева нету. Это все покрасится. Резиночку сюда понаклеиваю. Уплотнительную. Не так будет задувать. Не так щели. Само окно тяжелое. Килограмм, не знаю, 15 пакет. И все. Вот такие окна выходят из этих дверей. Я их тогда взял 20 или 25 штук я взял этих окон. Вот не помню, или по 200, или по 300 гривен одно окно. Вот я использую на этот сарай 8. У меня еще 12 остается окон. Все крепкое, массивное. Все как надо. И зачем мне заказывать новые окна, я узнавал. Так как мне сюда надо. Там самое-самое-самое меньше. Это 1500 гривен. И также здесь. Сейчас набиваю тоже сюда четвертя. Буду набивать то же самое. Уже прикреплено. Возьмем пока временно. Закрепил. Изнутри набью четверть. И продолжаем дальше. Двери. Внутри сделал щеколду. Вот так. Снизу набью или линолеум, чтобы щели не было, что-то, ну, короче, то потом уже, когда будет, приблизимся более-менее к жилому уже помещению, когда тут будут поголовья, будем вот эти все тонкости сразу исправлять. Укосины, повторяю, за укосины. Укосины будут, я просто не могу определиться, укосины кидать с такого же бруса, 100 на 50, или есть у меня шалевка, тридцатка. Может, шалевку бросить, тридцатку и хватит. То есть я пока, может, мне брус сейчас буду делать столы. Вот сюда стол буду делать и сюда. Сейчас, после этого окна. И потом посмотрю, что останется. Уже буду потом определяться по дереву, из чего будут укосины. Такие же манипуляции с этим окном. Проверяем. Это чуть плотнее заходит в четверти. Это у нас окно получается в котельню. Потом их повычищаем, и будет песня.
Продолжаем дальше сюда. Ну, это сейчас подровняем, угол срежем. Да, вот так, наверное, и будет то, что надо. Тут будет происходить процесс, и мы не тягать мне мясо за 50 метров туда-сюда бегать, а я взял окост, мух нету, холодно, взял окост, положил, сало положил, там сутки, лотки, ящики положил, все, потом машиной заехал в хоздвор, загрузил, уехал, если мне так надо будет. Или сначала сюда набросать, а потом перенести в баню, пускай там отлеживается сало, мясо. То есть вот для этих всех нюансов я сделал столы. И спешу сегодня закончить полностью всю эту бойню, потому что завтра приезжает Андрей утром в 7 утра, в 6:30. Будем колоть кабасика. Поэтому все наготавливаю, спешу. Ну, мне в основном, что сарай не так важен, а именно по самим столам. И сказал сделать вверху крючки. Зачем они ему? Ну, не знаю, 4 крючка сейчас буду тут в колхозе, 4 крючка ему надо, крючки. Завтра посмотрю, зачем. Ну, если получится, сниму и тоже увидите, зачем. И перетянуть, ну, Андрюха сказал, если сам не сможешь, и пенек вот тут, на котором он разубывает, тоже надо перетянуть сюда. Поставим или сюда, или сюда. То есть, у меня уже, в принципе, все готово. Сейчас повешу эти крючки, сделаю, подмету,
уберу вот эти поддоны, цемент, пенопласт, все поубираю, и я, грубо говоря, готов к его приезду. Столы получились крепкие, надежные, то есть вопросов вообще не возникает. Можно прыгать и скакать на них. Ну, потом еще закреплю там в бетон ножку, ну, то уже позже. И, может, где-то что-то там подусилю. И Юра Фермагра писал, и еще там подписчики писали, добавил по третьему навесу на двери. Добавил. Наличник сделал. Все, закончил, по дверям полностью закончил.